Всем привет! Перед тем, как состоится это крутое открытие, я хочу дать небольшую рекомендацию. Гляньте на мой основной аккаунт, уже больше 400 боксов, и дальше больше у меня еще есть мегабокс. Вот он, за награду, за 12к, возможно, дойду до 14к, за мегабокс тоже второй будет. В общем, ребята, если вам понравится это открытие, то поставьте лайк на видосик, я тогда буду знать, что вы любите открытие, и обязательно открою все эти 400 боксов. Ну что ж, а сразу погнали на твинг. Кстати, этот твинг уже имеет спайка, так что нам бы кроу, либо каких-нибудь мификов, ну еще кто-то там отсутствует, я не проверял, потому что это не мой там прям любимый аккаунт. Возможно, я его даже разыграю, если вы бы хотели это, то напишите об этом. Буду знать, буду думать, разыграть ли его сейчас, либо отложить на потом. Ну что ж, у нас, как вы поняли, будет по видосику 4 мегабокса, но перед тем, как мы откроем 4 мегабокса, я открою 50 маленьких, немного бигбоксов и соберу все награды, там до 4к не собрано абсолютно ничего, то есть 10-20 ящиков еще точно будет. Ну что ж, погнали, пока выпадает мелочь, 15 монеток, это вообще жесть, они, блин, сначала их пофиксили, то есть раньше было больше, потом добавили ролики, и потом ролики убрали. И все, нормально, прокачка сходу усложнилась, теперь ни роликов не смотреть, ни монеток нормально собирать. Мелочь, мелочь, монетки, о, 50 монеток, спасибо. ПМ, Рика, все, поинты, поинты. Поко, Брок, едем, едем дальше. Надеюсь, надеюсь на Легу, но, соответственно, там шанс очень маленький, поэтому посмотрим, что же будет. Гадать будем и будем проверять мелочь. О, ребята, Фрэнк, и ты, эпика собрана, офигенно, как я рад. Я вообще не планировал с маленьких что-нибудь найти, и нам уже везет. Погнали дальше. Мелочь, ну уже приятно, как я люблю находить новых. На моем аккаунте собрано все, прокачано все, уже открывать ничего нет смысла. И здесь, блин, много чего можно найти, и я давно не делал открытие. Вот сделал такое небольшое. 4 мегабокса неплохо, но 50 боксов маленьких уже радует. Даблер. Так, что там? Мелочь. Уже осталось 12 ящичков. Давайте, ребята, поддержите лайкосиком, и я кого-нибудь еще найду точно. Но, походу, уже не из бесплатных, не с мелких, а уже, походу, в мегабоксе будем что-нибудь искать. Будем искать в награде. В награде там очень много чего не собрано. Прям чуть ли не с нулевых. И осталось немножечко уже. Ну все, я думаю, из бесплатных мы вряд ли что-то найдем. 7 боксов. Легу нам не видать, да и каких-нибудь новых, наверное, уже все новое будем искать в мегабоксах, но, тем не менее, надо их до конца открыть. Так, мелочь, Прима, Шелли, поинты. Поинты это хорошо, но их довольно-таки мало, о, 70 монеток, это неплохо. И последний ящик, ребят, остался, ну все, уже будем переходить к большим. Да вы шутите, ребята? Офигеть! Блин, это было вообще круто. В последнем боксе я нашел мифика. Блин, мифик тоже очень нелегкий персонаж, которого найти, блин, мало вероятности. Блин, обалдеть. Я просто в офиге. Давайте поинты закинем на спайка, потому что спайк почти максимален. Скоро будет таким. Пенни, и давайте будем собирать награды. Вот, гляньте, награды вообще почти не собраны. Джесси у нас есть, так что нам дает боксик. Погнали дальше. Гемчики, неплохо. Кстати, они, когда только создали игру, они сказали, что гемы никогда не будут в доступе в игре, то есть их можно будет только купить. Но ребята свое мнение поменяли, и я очень рад этому, потому что прикольная тема. Гемы иногда тоже выручают, иногда падает по 12, и там бывает, мечтаешь о скине на ниту, но, допустим, донатить не можешь. И тут бац, нашел, вон, гляньте, у меня 54 гема, и это все найдено в боксах, по 12 падало, офигеть. Просто круто, даже на мегабокс можно накопить, либо на билеты. Кстати, я немного спойлерну,
Я хочу купить гемы, точнее не гемы, а спецуху первую. И, короче, выгоднее было бы потратить их на билеты и открыть много обычных ящиков, но я специально для вас, чтобы не тянуть время, чтобы не тратить на это время, я специально для вас просто куплю мегабоксы. Один у меня есть за награду за 4К и еще 3 куплю. Точнее, 2 куплю, а один еще дадут. Вот так вот, да. Давайте поинты будем все скидывать на спайк и бигбоксик. Ну, бигбоксик вообще шляпный. Желтенькая. Что там, 4 билета? Ну, неплохо. Спасибо ей на этом. Давайте, маленький. Билетик. Хоть что-то. Один билетик — это 32 болта, в принципе. 1/3 часть бокса, так что неплохо. Ну, подводишь. За динамайка дали нам еще один ящик, так как динамайк у нас тоже есть. Маленький. Пенни. Поинт и тара. Соберем 150, 100 пудов на спайка. Все, на спайка закинем, чтобы докачать его до 9 и найти звезду. И будет персонаж тут 10. И будет его легко апать. Я, в принципе, могу и хоть первым левелом апнуть, но все сводится к тому, сколько ты на это времени потратишь. А так невозможного ничего нету. 150 монеток. Пойдет. Ящик Бо у нас тоже есть, так что мы за него тоже получим ящик. Вот он уже третий будет сейчас. Поинты на спайка. Вот спайк уже почти 9. Ящик. Ну, что тут? Прима, барли и гемы. Ну, неплохо, гемы. Гемы — это всегда круто. Опять поинты. Давайте на спайка, как обычно. О, 300 монеток, неплохо. Давайте. Давай что-нибудь нам еще, дружище. Давай добьем этот видосик чем-нибудь топовым. Ты мне уже 2 персонажа дал, это вообще круто. Ну давай еще. Если бы кровь найти, то это вообще нереальное открытие было бы. Все шансы есть, так что ждем. Сейчас соберем все самое простое. Дойдем до мегабокса, вот уже дошли. И сейчас заберем эту голду. Пойдем откроем биг боксы. И начну я сначала с тех боксов, которые нужно купить. То есть сначала 2 биг бокса откроем, потом мегабоксик. Мегабоксик один сам откроется, 2 купим и закончим этот видосик мегабоксиком из кубков за награды, короче. Ну давай, что там? 70 голды, блин, ну ты шутишь, мне в обычных столько же падало. Что ты делаешь? 4, ну хотя бы на этом спасибо, ладно. Это плюс 1 боксик обычный, даже чуть больше будет. Давай, 64 опять, ну что за? Очень нехорошие бигбоксики. Иногда обычные боксики и то лучше были, не считая поинтов. Но поинты не особо здесь решают, когда они особенно падают не на тех, на кого надо. Вот, смотрите, у меня есть акция, значит, мне хватит и на акцию, и один без акции, и еще один мы откроем. Ну что ж, ребят, вот он, за спецуху боксик. Давайте включаем его. Тап, говорит. 166. 8 поинтов. Шелли 12 поинтов. Ну давай, засверкай, закрути какого-нибудь персонажа. 53 поинта, эх. Ну ладно, не расстраиваемся, у нас еще впереди 3 мегабокса, так что верим в чудо. Хотя чудо уже свершилось. Из последнего маленького бокса дать тару, ну это вообще прям просто такой фарт, я прям в шоке. Давайте, погнали. Зажмем кулачки, монетки, поинты. Поинты. Опять поинты. И, ну, блин. Только поинты и 3 билетика и 5 гемов. Ну, спасибо за гемы, ладно. Ладно. Хотя они уже не пригодятся, потому что сейчас потрачу. Потрачу вот на этот боксик. Давайте, погнали. Погнали. 241, неплохо. Давай, хорошее начало. Давай. 21. Пайпер. Ну... Эх, блин, не заходит, ребят. Остался последний шанс найти что-нибудь еще. И уже 3 мегабокса открыли, остался крайний мегабокс. Кстати, уже 5К голды, так что даже если звезда в магазине появится, я ее спокойно куплю на спайка. Но
Может быть, здесь что-нибудь даст. Давай, тапаем, короче, 200. На Shelly Point. 4 открытия еще. Фрэнк. Нита. Ну, давай. О, и последний шанс. Ах, блин. Не повезло. 4 мегабокса были хуже, чем просто бесплатные ящики. Ладно, давайте соберем его на спайка. И в целом, прикольное открытие. Я вообще офигел, думал, ну все, сейчас перейдем к бигбоксам. И тут бац, просто тара выпал. Кстати, уже 19.21, ребята. Если бы вы хотели такой аккаунт получить в конкурсе, то напишите об этом, я обязательно подумаю. Здесь очень крутая прокачка, вот они новые персонажи, и я, в принципе, их даже не буду трогать, потому что нафиг мне это не надо. А остался Мортис и Кроу. Блин, ну если бы еще и выпал Кроу, это было бы капец. Кстати, вот, оставлю здесь вероятность, посмотрите, мифик, блин, вероятность 0.2496%, но это капец, просто найти ее, блин, только тяжелее Легу найти. Так что, ребят, как-то так. Star Power тоже редко, но в целом, я надеюсь, понравился вам видосик. Обязательно оцените его. Всем удачи, всем пока.